Так, ребяточки, всем-всем приветики. Пишите, как у вас дела, кто откуда. Тапаем по экранчику, 50 человек. Все добро. Чем занимаешься? Миленькая, спасибо огромное. Спасибо. Ребят, давайте я сундучок запущу. Красиво. Спасибо огромное. Мои брови. Ничего с ними не делала. Так, погано прокладать. Так нужно без переводчика писать. Нужно знать украинский язык. Эти слова еще начинаю писать. А, ну мне сказали, вот я вчера с девочкой познакомилась, она из Словакии, она мне сказала, что похож очень этот язык с украинским. Я сама из Мариуполя, жила в Харькове, сейчас я в Нидерландах. Так, сейчас. Да не хочу. Спасибо за сердечко. Ходи. How's going the bit? Hello, I'm fine, and you? Ребят, тапаем по экранчику. Пишем, кто откуда. Немножко поднимаю себе настроение. I'm good, thank you. Where are you from? I'm from Ukraine, but now I live in Netherlands. Всем, кто заходит, ребята, привет. Пишем, кто откуда. Как дела? Тапаем, тапаем. Я вас розумію, бо малим їздив в Україну, але ви не навчили мене писати. Ми не навчили. Так це должно бути твоє желання. Малышка така дуже... Спасибо огромное. А в каком городе ти був в Україні? Also live in the new... Окей. Ребята, тапайте по экранчику. То люди выходят, нужно. Спасибо за подписочки. Пишите, как у вас дела, кто откуда... Hello! How are you? How's your day? I was at home. And you? Ребят, кто сколько выиграл монеточек? So pretty, thank you. Hello, hello. Так, уже начинают заходить голландцы, иностранцы, все вот это вот, европейцы все начинают заходить. Age plus 22. Спасибо за розочки. Why were you at home? Go have some fun outside. I can't. Приветики, у меня все хорошо, ты как... Пам'ятаю Львів і Київ, і Житомир десь на сході, але цього вже не пам'ятаю. Ну і як тобі, в принципі, подобалось, да? Де ще був, в яких странах? Я із Маріуполя, жила в Харкові останні півтора роки, зараз я в Нідерландах.
Если голландцев не чувствую. Ну, голландцы это ж те, кто в Нидерландах родились. Спасибо за шоколадку, господи, телефон уже не могу держать. Ребят, тапаем, тапаем по экранчику. Пишем, как у кого дела? В Нидерландах, Амстердам. Не против познакомиться? Ну, я тут со всеми общаюсь, все, кто пишет, я со всем отвечаю. Стараюсь не пропускать комментарии. Ну, вот. Мені подобається твій акцент. Який? В смысле? Когда я говорю на русском, типа, и украинский акцент, или когда я говорю на английском, мой акцент, какой акцент? Именно. И Никола, ты не слышал Амстердам? Еще ж говорят, дама с Амстердама. В Германию не хочу, мне не нравится Германия давно. А что мне в Германии делать? Сейчас мы не на В. Ну а ты откуда? I live near Amsterdam. I live near Rotterdam. Теперь буду знать. Так а ты откуда? Thank you. Да, уже заходят не только украинцы, но и европейцы, голландцы. Это в Крым тут тепло. Ну, конечно. После победы приеду. Обязательно. Стокгольм знаю. Швеция. С Киева нет. Не из Киева. Сейчас я в Нидерландах. А вообще жила в Харькове до войны. А сама из Мариуполя. Ребята, тапаем по экранчику. Как у кого день прошел? Приветики, как дела? Ты откуда? Я из Украины, сейчас в Нидерландах. А ты откуда? Я сейчас так я слышала, но не знаю. Я из Запорожской области. И как ты в безопасности? Красотка, все у тебя наилучшее. Спасибо огромное, тебе тоже. Тебе тоже. А сейчас в Венгрии. Ой, как тебе нравится Венгрия? Спасибо за розочки. Спасибо, thank you, не знаю. Подпишусь на тебя, спасибо большое. Hello, hello. Привет, привет. Если не против пообщаться. Ну, я вот со всеми общаюсь сейчас. Начальник медицины в Винницкой области. Ну, в Украине, но... Господи, сейчас... И как понравилось в Украине? Привет, как дела? Ты откуда? Я всем... Мене все добре, ты як? Це якраз футбольний головний клуб в Голландії. Я за Аргентину болею, поэтому... Так, я йду спати, так, наприклад, я дуже хотів би з вами особисто. Давай, солодких снів. Гарної тобі ночі. Ну, не знаю. Так, якщо що, ребята, інстаграм у мене в профілі, либо нік точно такий же, як здесь. Вот. От якраз з Амстердама. Ну, я говорю, я за Аргентину, я за, ну, Нідерланди, не знаю. Я за лічками. Приветики, як діла? Ти откуда?
Ты работаешь там или просто живешь? Просто живу. Я работала, но я ушла. Сейчас, планирую вообще новую работу искать, но тут без знания языка тяжело. Ну, типа, я как бы не особо стремлюсь как бы к этому. Я домой хочу вернуться скоро. А я быстро к месту работы привыкаю. Если я привыкну, то мне потом будет тяжело уходить. А мне 22. Это ясно, то еще ровли поводу. Ну, я просто думаю, как можно не знать Амстердам? Ну, типа, это странно. Ребята, тапаем по экранчику. Всем-всем приветики. Hello, hello. Там очень хорошо было. Мирное время, приветливые, добрые люди были. Да, у нас здесь... Ой, здесь, говорю, у нас в Украине хорошие люди. А не хочешь в Венгрию? Тут легко и жильем тоже. Ну, а смысл мне... Так я... Лучше мне ехать в Польшу, потому что у меня в Польше семья, и работа будет, и жилье будет у меня, если я пойду в Польшу. Если ночью футбольный клуб их знает, то ты поняла. Ну да, понятно. А ты смотрел чемпионат мира по футболу? Hello, блин, тут начинают мне на голландском писать. Hello, how are you? Ну да, за кого болел? Ребята, тапаем по экранчику. Все, кто заходит, пишите, кто откуда, как у вас дела, чего не спите. Блин, на английском не хочу повторять это. Hello, hello. Польша звучит. А, ну Польша с Аргентиной играла, да. Я вылетела, то Хорватия. А, ну Аргентина из Хорватии играла. Я, кстати, напишу, окей. А как Хорватия выбыла, за кого? Hello. Hello, how are you? Ребят, тапаем по экранчику. Пишем, как дела, кто откуда. Приветики. Привет, привет. Ты в отношениях? Нет. За хороший футбол ты дев... А. Надо за Аргентину болеть, которая выиграла. Hello. Hello, how are you? Почему? Что? Что почему? Что? Ничего не... Thank you very much. Hey, beautiful. Hello. Смотрел фотку, ты очень милая, красивая. Спасибо большое. Спасибо. Не люблю ни месси, ни французов. А, ну понятно тогда. Thank you. Ну, я с 14 года за Аргентину, поэтому мне не понять. Hello, hello. Nice to meet you again from Indonesia. Hello. Марокканцы молодые тоже. Марокканцам я за... Блин, за них вообще... Когда, короче, играли Марокко с Францией, я болела за Францию, потому что меня марокканцы достали. Они тут такой кипиш в Европе устроили. Hello, I'm fine, and you? Ой, снова я говорю, кажется... Приветики, как у тебя дела? Надеюсь, мы все хорошо сложимся. Все может быть. Привет, приветики. Ясно. Да, так что я была счастлива. Как ты откуда? Я из Украины, сейчас я в Нидерландах, а ты? У меня дела, такое, короче, не очень, но, в принципе, я пытаюсь поднять себе сейчас настроение. Чем вы занимаетесь? Ну, наступно...
В Украине буду. Он в Америке будет. С кем ты в Нидерландах живешь? Я в общежитии для украинцев живу. Финал Украина-Польша. А не, мне, короче, сказал, типа, знакомый, что будет больше команд, типа, вот через 4 года в чемпионате мира. И я спросила, Украина будет? Он такой говорит, да, ну, типа, ну, естественно, если пройдет. И сам факт того, что я такая говорю, блин, финал Украина-Аргентина, за кого болеть? Я не знаю, за кого бы я болела. Ну, естественно, ну, блин, если я болела бы за Украину, конечно, но я бы не расстроилась, если выиграла Аргентина. Естественно, ну, типа, Аргентина — это моя любовь. Дорого там же, да, это дорогая страна. Я прям заскучаю за это, смотрю эфир. Я, на самом деле, не сильно хотела эфир запускать, но думаю, ладно. Ну, то ясно, что Украина. Да, но для меня все равно тяжело. Типа, блин, не знаю. И когда война закончится, будет видно. Ну, по-русски, шо? Шо-шо? Так, ребят, тапаем по экранчику. Тоже Аргентину обожаю. Сколько радости было, когда взяла этим... Да. Я ж тогда напилась. От счастья. Ты в Польшу в ближайшее время планируешь? Нет, я пока никуда не планирую. Ну, поехать, просто поехать, то, может быть, в Польшу, да, потому что у меня там семья, я хочу увидеться с семьей. Что на Аргентине так сейчас, когда медали в Украине, если выиграла, то раз на 40. Ну, я понимаю, но, типа, блин, у Месси это была мечта, он 30 лет к этому шел. И все счастливы, ну, типа... Я уже рассказывала историю, но, блин, самое жесткое это было смотреть, когда Аргентина с Нидерландами играли, потому что я в этот раз была в баре, и я болела за Аргентину, а все, ну, понятное дело, голландцы болели за Нидерланды. И я такая, добрый вечер. Да, мы тоже познали, когда матч играли по чуть-чуть. Да я тоже, ну, я первый тайм помню, а второй такой, ну, типа... Я думала пересмотреть, потом подумала так, типа, смысл пересматривать. Второй тайм мне интересный, потому что там Франция забивала. Пенальти плохо помню, но я потом смотрела видео, я, оказывается, снимала пенальти, но не полностью, там, как Месси забил, короче. Я снимала и как раз посмотрела. Как смотришь на реальную встречу? Реально не знаю. От общения зависит. Я то, что после пенальти начали коньяк кушать, что дурные. Ну, а я во время. Только, ну, я не коньяк, типа, пила, но я во время пила, поэтому я не, я мало что помню. Но это было очень интересно. Ребят, тапаем по экранчику, уже и люди повыходили. Мэзи тянут кругом хиба, не зрозумела, че. Ну... Если бы ты был за Аргентину, ты бы так не говорил. Ну, общаться люблю, так что окей. Ну, типа, Рональдо мне тоже, типа, не очень. Ну, папа мне, конечно, говорил, Алина, почему ты не за Рональдо, он же красавчик. Я такая думаю, это здесь при чем? Да, голос рвал внутрь, сушня, голоса нет, было жестко, но все равно было... А я проснулась, боже, я подумала, что это сон, я сразу залезла в интернет. Я тогда в 7 утра встала, я залезла в интернет, посмотрела, точно ли выиграла. Вот. Я тоже, у меня обычно сушняка нет, а тут я просыпаюсь, у меня сушняк, голова болит. Я думаю, ну все, это называется старость. Короче, такое. Так, всем-всем приветики. Фу-фу.
футболе на закрытом замке. Ну, я понимаю, это мне папа так сказал. Вот. Я не предаю Аргентину с 14 года. И то, что я сейчас нахожусь, допустим, в Нидерландах, чего мне болеть за Нидерланды? Только потому, что я тут нахожусь, да, конечно. Как относишься к курению и алкоголю? Ну, к других людей, типа? Или касательно меня, типа? Курю ли я или такой, типа? Кстати, как называется? Мне 22. За Месси очень рад, я тоже. У меня сейчас весь Инстаграм в этом. Ну, я не курю, выпить могу, типа, ну... Ну, вот недавно у меня было отвращение от алкоголя, но... Ну, типа, могу выпить иногда. А других, ну... Раньше бы я насчет курения сказала негативно, а сейчас, ну, мне все равно, типа, это меня как бы не, ну, не касается. Пусть курят. Ну, раньше я не могла даже рядом стоять с людьми, которые курят, ну, запах, все такое, а сейчас мне, ну, мне, типа, все равно уже. Я же говорю, меня не касается. Меня не касается. Алкоголь, ну, как бы, главное, в меру. У меня отвращение от алкоголя после тусовок всегда неделю смотреть на него. Ну, я каждый раз, вот да, вот особенно после той тусовки, я такая думаю, так, типа, говорить себе, что я больше не пью, это равно обманывать себя, поэтому я так говорить не буду. На какие темы любишь общаться? Я не знаю, если честно, типа, ну, просто я общаюсь с людьми, и, не знаю. На местной каше, на моделе... Не, ну, как, у каждого свое мнение. Я не курю вообще алкоголь, только в компании немного. Ну вот да, типа. Я так же. Ну, естественно, сама я пить не буду. Я курить бросил полгода назад, очень легко получилось, не знаю, что все что-то... А сколько ты курил? Просто вот, допустим, у меня отчим тоже, мама ему сказала, типа, либо, ну, типа... Короче, она сказала, чтобы он бросил курить, он сразу же бросил. Это, кстати, на удивление очень приятное общение. А почему на удивление? Отпаду командной игры до 100%, говорю, тем было наикраще, я по справедливости докажу. Ну, Аргентина вообще, боже. Ну, типа, для меня просто лучше нет. Курил год. Ну, ты молодец, что бросил, типа. Ну, люди, которые курят, допустим, ну, очень долго, они... Ну, больше года. Они не это... Ну, им, короче, тяжело бросать. Обычно в эфире игнор. Но я пытаюсь всем отвечать, типа. Пытаюсь. Ты же молодец, уделяешь всем внимание. Ну, да. Но у меня, ну, типа, у меня и редко много людей смотрят. Ну, типа, когда как, да. Вот. Но сегодня было вот 120 человек. Час опять 9. Ну, то есть тут уже как... Ну, я стараюсь всем уделять. Даже перематываю. Привет, как у тебя дела? Ну, сигареты бросить. Сейчас как-то начал одноразовый сигарет. Курок обычно не тянет. Ну, ты просто замену нашел. Нужно замену находить по вещам. Кто-то, когда бросает, типа, курить, допустим, сладкое есть такое. Может, Боти богато было? Нет, это... Ну, люди ж писали мне, это... Это... Там голландцы всякие. Кто-то по гороскопу лев, но... Мне все говорят, что я не похожа. Норм, кстати, новенькая... Ой, честно, я не знаю. Я не просто не знаю, сколько в момент ты не заходил на эфир, я не помню. Долго ты не заходил. Куда ты пропал? Ты смотри, это я приеду и украду твое сердце. Мне так, блин, в каждом эфире говорят, что меня украдут.
Нелепая львица. Ну, нет, месяц вообще ничего не клюёшь, что-то скучно жить стало, купила на раз. А, ну, ну ты молодец, что ты бросил курить, ну просто да, может быть у тебя еще зависимости не было, потому что от зависимости тяжело избавляться. Вообще не да, да. Полностью с тобой согласен. Ну, да, я бы на твоем месте бы просто не курила. Ну, типа, ну, а там, я же говорю, это меня как бы не касается. И если тебе нравится, то... Даже одноразки. Хотя многие бросили курить и перешли просто на одноразки. Я пока не весна. Да, да. Пока человек сам не захочет бросить, он никогда не бросит. Даже если его будут заставлять, не знаю, говорить по 1000 раз. Мне человек нравится, почему бы нет, пойти на встречу увидеться. Я только один раз через интернет ходила, ну, знакомилась и ходила гулять. Обычно я так не делаю. Я просто так сделала, я не знаю почему, в итоге это были потом отношения, и не очень все закончилось, короче, не хочу об этом. Алкоголь, табак, ну да, да, я тоже про все зависимости говорю, потому что у меня в жизни было много людей с разными зависимостями, поэтому... Никто других слушать не будет. Ну, типа, он должен сам захотеть бросить. Ну, то есть со мной это... Не... Так я не знаю, оно само получается. Типа, я же не знаю, оно, ну, само. Мне тоже таких хватало. Да, блин, давайте мы не будем об этом, потому что мне сейчас грустно становится. Только успокоилась. Но когда на тусовке сидишь трезвым, все бухи, как-то скучновато. Не, ну типа на тусовке это другое дело, пить. Ну, пить это одно. Но не обязательно ж курить. Ну вот. Пять дней зашивали, чтобы не пить. Ну да, кодирование. Сейчас год дальше продолжали. Увы, люди такие, да. Курево — это зло. Есть такое. Ну, у каждого свой выбор, типа. Каждый решает. Те, кто их зашивает, только наживаются на таких. Ребят, все, кто заходит, всем приветики, пишите, кто откуда. Зашиться не значит с головы убрать. Да, я же говорю, если человек захочет сам, он это сделает даже без вот этого... Без чьей-либо помощи он захочет, он сделает это сам. Ну, это если реально захочет, в голове там осознает, все проблемы связаны с этим, все там, не знаю. Ты же не даешь организму. Да, понятно. Полностью согласна. Ты в Бердянске была? Ну, я была, да, там, на Белосарайской кассете.
Бердянске я была там в аквапарке. Ну и просто вот на море ездили туда. Ну, конечно, у меня... Я потом после Бердянска море вообще видеть не могла. Там очень много медуз было. А потом я приезжаю в Мариуполь, а у меня там море, типа, ну, через окно видно. То есть я возле моря жила. Я море каждый день... Я просто его видеть не могла вообще. Раньше я любила гулять там возле моря в Мариуполе. И через время я просто... После Бердянска я уже просто не могла там гулять. Вот. Там 12 лет прожил. Ого! Долго. Но я в Мариуполе 20. А у тебя в Мариуполе все цілі. Ну, как сказать, короче... Это не важно, дом сносить будут. Ну, типа, у меня в доме, короче, там есть две квартиры в разных подъездах. Одна квартира, куда, когда... Ну, короче, напротив дома у меня есть школа, в нее попали еще в начале марта. И квартира папы, типа, выходит, ну, окна выходят прямо на школу, и окна, естественно, полетели в этот момент. Вот. Сори, еще пытаю, может, наболела. Да нет. Короче, окна повылетали, и все. В другой квартире, в моей, окна выходят в другую сторону, как раз к морю, и там все целое, но дом будут сносить, поэтому как бы... В Харькове тоже там типа, ну, может, знаете, район Салтовка, ну, типа, он популярный в плане войны. Там тоже типа проводка полетела, в общем, полностью нужно ремонт делать. Света, нет, ничего нет. Как часто ты в инсте, в сети? Ну, когда как? Я просто часто сплю и либо когда гуляю. Ну, то есть я захожу в основном в инсту только когда это сейчас. Я захожу в инсту в основном, когда нужно выложить историю или фотку, ну, короче. Вот. Ну, а так я захожу, ну, типа, не прям так, чтоб... Это точно не знаю, я из Хмельницкой области родом. Не, ну просто про Салтовку говорят, ну, типа, постоянно там. Где можно... Ну, в Инстаграме, типа, других вариантов, ну, я не вижу. Не, Телеграм я просто свой не даю. Как там в Хмельницкой области сейчас? А ну сейчас, я на секунду, может, зависну. Блин, там люди, я не пойму, они не спят. Сегодня еще здесь Рождество. Блин, сегодня у нас 10 месяцев войны, но Рождество с 24 на 25. Європа. Я не був в Україні 3 роки взагалі. Ну, ти ж хочеш вернутися? Але то, що чую, так то і більш-менш. Я перед ефіром увиділа, що сьогодні ж 24-го. Думаю, блін. 10 місяців. Уже да. Я переехала до Польши роки тому. В какой город? Ну, я в Польше была только вот 3 дня в Варшаве и 1 день в Познане. Ну, так, никакой грусти. Там... У меня жизнь сплошная грусть. Ой, хіба на батьківщину в гості тільки. Така в Польщі, в якому місті?
Я просто в Украине, я очень скучаю по людям, по работе скучаю. И с семьей могла хотя бы видеться. Катовица. О, там открыли буфет. Я в Украине в буфете работала. Ну, это чисто харьковская сеть. И открыли в Катовице. Могу разукрасить твою жизнь яркими красками. Еще новогоднего настроения вообще нет. Мы знаем больше в Польше, ниже в Украине уже. Но это понятное дело. Мне кажется, у меня тут тоже уже. Но на самом деле, если так подумать, то... Не знаю, что сказать, но задумалась. О чем задумалась? Так и... Приветики, как дела? Так и 9 років загалом, то того. Чому ти в Польщу поїхав на заробітки? Спочатку то було як на заробітки, назад додому. Ну, а потім, коротше, привик, понравилось і осталось. Я б навіть на заробітки б не поїхала в Європу. Я не хотіла, мене устраювала робота, мене устраювала життя. Блін, що там за двіж на вулиці відбувається? Ну, будет... Ну да, я поняла. У нас, короче, блин, в коридоре огромный паук, блин. Я, ну, типа, я видела... Да, 3 роки я решил остаться. И не скучаешь, типа, по Украине? В каком городе? В Польше? Если что, останавливаешься. Ну, это смотря, куда мама приезжает. У меня сестра в Познане, я там была вот один день. Мама у меня в Сталевой Воле, и она приезжала в Варшаву. Поэтому я была в Варшаве. 3 дня мы останавливались. Потом, ну, мама вообще хотела еще в Краков поехать, как бы. Может быть, мы, типа, в следующий раз мы поедем в Краков, не знаю. Там не от меня зависит. Ты смышленая девушка, вижу. Ну, да. Не тупая. Короче, рассказываю, вот, паук, в общем. Я такая, что вышла, иду в душ. Вижу большой паук на это. Я аж остановилась, думаю, блин, как его обойти? Но я пауков не боюсь, но этот прям огромный. Вот. И этот в итоге. Потом я что, выхожу с душ, а его уже нет. Я напряглась. Иду дальше, он уже возле. А он, короче, возле моей двери. Тут дверей много. А я. Я тебя сейчас заблокаю, если ты будешь писать такое. И все эти флажки ваши. Вот когда-то скучала до того и ехала домой. Вот у меня, знаешь, такое было, что я... Сейчас, господи. У меня такое было в Мариуполе, когда мне становилось плохо морально, и мне нужно было отвлечься, я ездила в Харьков. Ну, потом я в Харьков переехала, поэтому спокойно, не напрягайся, мы тут... Плюс. Что плюс? Но потом уже надоело, просто стало так же родной, как Украина. Ну, у меня сестра в Польше, она уже себе поляка нашла, уже хочет оставаться. Честно, хотела бы состариться, посидеть, сходить куда-то. Все возможно. В инсте... Пиши, гоу, пишите ей спам на коротко.
Что ты несешь? Ты все парни, парни отношения не ищут, они сами находятся, когда мы этого не ждем. Если искать, так не найдешь. Короче, я выключаю тебе комментарии, чтобы... Потому что я себе заблокала, но он сейчас все равно меня слышит. Вот, если бы я его заблокала, то комментарии бы остались. А мне мерзко видеть это. Эти флаги, тряпки, как там сказали. Книжка у него тряпки, да. Вот. И так я выключила комментарии, они удалились. Но он еще сидит, он пытается, может, писать, но у него не получится. Я скоро, короче, сделаю паузу на минут 15-20 от эфира, потом еще проведу. Приветики, как дела? О, который с этой не до страны хочет в эфир со мной соединиться. Часто тебе пишут, что хочу встреч. Ну, я просто не отвечаю многим. Ну, с эфиром много, типа, идет сообщений, короче, это, но я могу не ответить. Ну, вообще, ну, пишут, да, конечно. Меня тут на каждом эфире замуж зовут. Все хорошо, ты откуда? Чем что ты пристал к ней? А чего вы не спите? Кто когда спать вообще пойдет? Понимаю, блин, я вообще режим так сбила. Я вот вчера легла там что-то в 5 утра, в 6. Нет, я позже, ну, эфир я вас только закончила, а потом еще втыкала, короче, в телефон. В общем, легла, да, там в 6, пол седьмого. Потом спала, как обычно, до пол четвертого дня. То есть, ну, блин. Я хочу восстановить режим, но эфиры я могу проводить только ночью. Ну, днем, типа, тоже, когда соседка у меня по комнате на работе, но в основном... Вот я тоже в 5 пошел спать, тоже сбил все. Да блин, капец. Я не знаю, что делать. Типа, ну, я же говорю, я просто если буду работать, допустим, я не смогу вообще эфир проводить. Днем я буду на работе, ночью я буду спать, потому что потом на работу. Вот, но сейчас соседка работает, ну, когда она работает, то я могу днем проводить, но я просыпаюсь, короче, только, ну, вот днем, кушаю туда-сюда, и завтра еще в магазин нужно сходить, успеть. Ну, короче, тяжело жить. Я не представляю, интересно, девушка, как лично на меня. Ой. Так вот, интересуюсь, я просто не знаю, что на игнор стрим. Тут просто как ему поведет. Good night.
Мне просто сейчас в Инстаграме, типа, мне уведомление пришло, типа, чувак написал такое странное сообщение. Вот, поэтому я уже жду, когда я пойду сейчас на перерыв, хочу, типа, что? Ты сама там? Да. Я же говорю, у меня папа в Мариуполе, мама, ну, короче, все остальные у меня в Польше. Ладно. Ой. Ну, типа, у меня парень здесь был, и все. Так почему тогда? Потому что у меня, ну, у меня просто здесь есть знакомые еще из Мариуполя. Ну, короче, девочка моя одногруппница. Мы с ней дружили, ну, была моя лучшая подруга когда-то, ее парень, ну, короче, типа, мы раньше дружили, сейчас я с ними не общаюсь, но... Вот. И они предложили просто, чтобы я приехала сюда. И все, я приехала. Нет, я думаю, если заинтересует мужчина, сама решится в речи... Да, у меня так было вот как раз с прошлым. Капец, смотрят 10 человек, пишут двое. Ну ладно. Но ты не равна никогда. Но ты не равняй никогда прошлых со всеми. Я и не равняю. Я сама понимаю, что... Все люди разные. Я сама понимаю, что от того, что мне, ну, как со мной поступали, типа, в прошлом другие люди, не означает, что в будущем со мной будут так же поступать. Я сама все прекрасно понимаю. Я даже на второй странице в ТикТоке, типа, подобное видео выкладывала. Да, сама в Польше. Ну, я же говорила, сестра в Познане, а... Все остальные у меня в столовой воле. Ой. Уже зеваю. Станочушь. А та ничего страшного. А так кто когда спать пойдет? Я же говорю, я просто этот. Скорее всего, прям сейчас, ну, закончу эфир, чтобы сделать перерыв. Там и там в свое время был. Но я была только из этих городов поздно, не один день. Всё. Ну, когда я выезжала только вот, я была в Торуне. 2 дня. Ну как, там типа... Ой... Когда я приехала, я вышла в Люблине и на вокзале доехала до Варшавы, и с Варшавы уже до Торуни. И трекер для Тилькины был просто... А, ну понятное дело. Да, хорошо. Командировки. Ну, это хорошо, что работа есть. Я сама очень сильно скучаю по работе. Ладно, в общем, ребят, я сейчас пойду отдохну немножко. Вот, чуть попозже еще. Ты давно, кстати, рассталась с парнем? В августе. Середина августа. Приезжай в Катовице, пойдешь. Да, я пойду в буфет работать. На свою работу. Меня сразу возьмут. У меня там бывший управляющий работает.
Цикер мужику с нокаутом. Честно, блин, я не знаю. Надо... Там в Инстаграме надо вводить, и там будет адрес. И рад знакомству. Да, насчет там я... Ой, там, боже, что там только нет. Пицца, бургеры... Ну, насчет, кстати, картошки фри я не знаю, потому что... Ну, кофе там тоже есть, чаи там есть. Просто там еще много нового всего по это. Салаты, окрошка. Но я просто не знаю, как, типа, в Польшу. Ну, как... Просто я говорю, что было в Украине. Вот. Типа, ну, такое... Это как Макдональдс, просто тут больше выбора. Я не знаю, я не знаю. Я плохо знаю... Вообще. Ладно, короче, ребят, да, серьезно, я чуть попозже проведу эфир, просто такие, знаешь, какие-то немножко испанский, немножко английский, и все. Украинский знаю. Коли жде, що не хочеться... Я не знаю, я не узнавала. Я просто знаю, типа, вот в Инстаграме есть страница, я заходила туда, просто посмотрела, что там новые какие-то происходят события, и все. Я же не узнавала, я же туда не ездила, ничего. Ой. Кстати, свет не выключили. Боже, я боюсь в коридор выходить, потому что там паук еще есть. Страшно, вырубай. А, нет, я там не... Нет. Все, ребят, я пойду, чуть попозже еще запущу. Если кто не будет спать, то заходите. Всем спокойной ночи. Пока-пока.